К сожалению, очень много животных живут без дома, любви, необходимой заботы и медицинской помощи. Они с трудом находят себе пищу, и каждый их день борьба за выживание. Маленькому котенку было всего лишь 5 недель, когда его обнаружили на улице. Он был в очень плохом состоянии, худой, голодный, и по его крошечному тельцу уже ползали личинки мух. Его дни были сочтены. К счастью, его обнаружила женщина по имени Кетлин, которая была на велопрогулке со своим другом. Она решила помочь этому крохе. Они усадили котенка в велосипедную корзину и помчались в ближайшую ветеринарную клинику. Ветеринар прописал котенку курс антибиотиков и очистил его от всех паразитов. Кетлин знала, что малыш нуждается в доме, и решила взять его к себе. Так прошла их первая ночь в новом доме. Кетлин была очень счастлива тому факту, что у нее появился питомец. Она всегда мечтала иметь кота, но у ее отца и брата была аллергия на них, поэтому заводить котов ей не разрешалось. Она назвала его Дизи. У Дизи не было проблем с адаптацией, и он с легкостью подружился с 2 другими собаками, которые живут у Кетлин. Собаки тоже с радостью приняли нового гостя. В окружении любви и заботы наш маленький герой быстро вырос и стал настоящим красавцем. Трудно поверить в то, что это все один и тот же кот. Просто восхитительно. Если вам понравилась эта история спасения, то поделитесь ею со своими друзьями. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете...